Хотелось бы им дать того, что никогда у меня не было. Это высшее образование, это достойную им жизнь будущее. Жена лежала в больнице, я понимал, что здесь работы нету, а если находил какую-то работу, то мне даже этих денег жене в больницу на лекарства тоже не хватало. Но надо было их кормить. Ну вот когда он пришел, мы с ним разговаривали. Как со своим сыном? Каким-то образом хотела, чтобы он почувствовал, что мы о нем позаботимся. О нем или о его детях. В первую очередь у меня стояли дети. Мы стали протягивать руку помощи, что мы могли помочь. Таких много детей, многодетных, неимущих, дети группы риска. Если ХЭСЭД не будет их поддерживать, эти семьи не выживут. Это кому игрушки? Такой самый... Он всегда каждое слово свое обдумывает. У него есть проблемы со здоровьем у Романа. Он все понимает, он разум отстает. Карина у нас нежный ребенок. Пока она не уйдет с группы, пока она воспитательницу и нянечку полностью не обцелует. Соня у нас хозяйка, помощница. Саша, ну что, Саша? Он вспоминает тогда, что надо залезть быстренько на руки кому-то. Это общежитие, как бы общежитие государственное. Готовим мы на общей кухне, две газовые плиты, духовка, конечно, не работает. Комфортки сами тухнут, сами зажигаются. Вообще страшно, конечно. Вода только холодная, трубы везде текут. Вода на коридоре у нас, туалет у нас тоже страшный. Ну, что мы смогли, мы сделали своими руками, чтобы создать детям уют. Чтобы они не видели то место, так, как живут другие. Тут даже можно было невооруженным взглядом видеть, что они любят друг друга. Это важно. Они заботятся друг о друге. В будущем мы стараемся жить тем днем, которым мы уже живем. Мы такая же семья, как и все, как и вы, как во всем мире есть такие семьи. Мы живем, любим друг друга, как в каждой семье. Даже несмотря на тяжелое положение, то, что у нас, мы все равно не теряем дух, не падаем духом, мы друг к другу стремимся.